Всем привет, с вами Велострана и добро пожаловать в наш короткий обзор велосипеда от компании Аспект, модель Комода 3 2021 года. Это складная городская модель велосипеда, которая оснащается в первую очередь 24 размером колеса, то есть это достаточно большой складник. Рама здесь выполнена у нас из алюминиевого сплава 661 серии, она имеет компактную конструкцию складывания, то есть у нас складывается рама посередине как книжечка и также здесь складывается полностью вниз руль. Рулевое управление, кстати, здесь у нас идет полностью алюминиевое, как шток, так и сам руль. Колеса здесь у нас, как я говорил, уже 24 дюйма размерностью. У них алюминиевая вода с двойным профилем, стильные покрышки с бежевыми боковинами и с гладким городским протектором для хорошего наката, втулки с алюминиевым корпусом на насыпных подшипниках. Также здесь с точки зрения переключения передач у нас используется планетарная переключения, то есть все механизмы убраны внутрь задней втулки, и здесь всего три передачи, а все механизмы здесь у нас от компании Shimano. Вилка на велосипеде выполнена из стали, и в комплекте вы получаете здесь достаточно много разных аксессуаров. Это и защита ведущей звезды, также здесь у нас складные педали и полноразмерный болтовой багажник сразу в комплекте со стропой. Седло, кстати, у велосипеда тоже достаточно комфортное, оно с мягкой ярко выраженной вставкой и не самое узкое, а крепится на алюминиевый подседельный штырь. Если вы хотите более подробно познакомиться с этим велосипедом, то приходите в любой из магазинов Велострана. А также вы всегда можете оформить этот велосипед на доставку на нашем сайте по всей России.